Вместе с премьером школу посетили губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Напомню, Дмитрий Медведев уже был в 18-й Кореновской школе 6 лет назад, в День знаний, будучи президентом Российской Федерации. Он отметил, что за эти годы школа заметно преобразилась. Ее оснастили интерактивным и мультимедийным оборудованием, автоматизированными рабочими местами, лабораторно-измерительным и спортивным оборудованием. С прошлого года ведется строительство плавательного бассейна. Сейчас в школе обучаются 260 учеников. Сегодня в нашей стране День знаний. Это праздник и начало нового учебного года. Я уверен, что все, кто здесь стоит, все ребята, девочки, мальчики соскучились по школе. А школа ваша, она преобразилась. Я у вас в гостях был 6 лет назад. И вот тогда все выглядело совершенно иначе. Приеду в следующий раз посмотреть уже открытый бассейн. Надеюсь, что все будут плавать. С праздником! С Днем знаний! После председатель правительства и губернатор Кубани осмотрели ведущие агропромышленные предприятия края «Югптицепром» и «Агрокомплекс».